Ребята, всем привет! У меня сегодня такое хорошее настроение и решила поделиться частью каких-то своих позитивных эмоций с вами. Сегодня 14 февраля, и меня очень здорово поздравили с Днем Святого Валентина. У меня есть прекрасный букет цветов, корзина с фруктами и шарики для потрясающего настроения. Хочу вам все это показать сейчас. Хочу вначале показать вам воздушные шарики. Они очень классные, больше всего нравится мне вот этот смайлик. Сейчас вам его разверну, потому что он создает хорошее настроение. На него смотришь и улыбаешься. Дальше цветы. Просто потрясающий нежный букет. Тюльпанчики, розочки маленькие. Очень приятно, очень нежно, очень здорово. Вообще красота, приятно, безумно. И это вызывает улыбку и создает просто хорошее настроение на целый день. Вот. И корзина с фруктами. Я ее поставила на стульчик, потому что, опять же, мои домашние животные, они просто сходят с ума от шариков, от вот этих вот ленточек. Как бы виноград, киви, груши, бананы, мандаринки. Может быть, там еще что-то внизу есть, что не видно. Буду потом корзину чуть позже распаковывать. Доснимаю вам это видео. Ну и вернемся к розочкам. Вот хочу показать еще вблизи, как они выглядят. Они просто чудесно пахнут. Вот очень милый букетик. Спасибо. Ребята, сейчас я вам хочу показать свою недавнюю покупку в секонд-хенде. Я знаю, что вы любите смотреть секонд на моем канале. Я нашла себе потрясающее летнее платье. Поэтому, если вот вы планируете праздновать День Святого Валентина или любой другой праздник дома, вы можете смело надевать такое платье. Конечно, где-то, то есть идти в ресторан, в кафе, это будет холодно, потому что оно летнее. Но мне очень повезло. Купила я платье в Евромиксе. Фирма H&M, купила его в день привоза. Вы не смотрите, что оно такое немножечко мятенькое, оно выстиранное, очень классно на мне сидит, я его вообще обожаю. Стоит оно 44 гривны в очень хорошем состоянии. Единственное, что здесь должен быть пояс, его нету, но я думаю, что я буду что-то с этим думать и приводить его в порядок и буду показывать уже в своих весенних покупках. Я в тот раз перемерила очень огромное количество разных теплых вещей, но я ничего не нашла, мне ничего не понравилось, и вот в это платье просто влюбилась. Сейчас я вам хочу показать вещи, которые я примеряла в секонде, в примерочной секонд-хенда, и покажу, как, собственно, происходил процесс покупки. Все эти вещи в день привоза я взяла с собой в примерочную. Давайте посмотрим, что из них мне идет, а что нет. Стоимость 1 килограмма вещей в день привоза составляет 180 гривен. Этот свитер стоит 91 гривну. Мне нравится его расцветка, но рукава явно великоваты на меня. Сейчас в секонде я вообще не спешу с покупками, взвешиваю все за и против, и только когда я уверена на 100%, я покупаю что-то, когда вижу, что вещь моя. Это американский бренд Falmer Heritage. Теплая, яркая, очень девчачья, комфортная зимняя вещь. Бренд Ту, стоит 70 гривен. Обычный повседневный джемпер. Бренд Джулипа, стоит 66 гривен. Если мало свитеров, либо просто мало денег на обновление гардероба в обычных магазинах, за 60-70 гривен можно спокойно купить качественную повседневную вещь и отложить деньги на что-то другое. Этот светло-голубой джемпер стоит 73 гривны, но он мне явно великоват. Розовый джемпер также стоит 73 гривны. А цена вот этого серо-голубого свитера грубой вязки составляет 101 гривну.
теплая и удобная вещь, и сидит на мне явно лучше, чем все, что я сегодня уже мерила. Пальто от Гэри Вебера, 120 гривен, но оно абсолютно точно мне не по размеру, поэтому просто примеряю его из любопытства. Я думала, что ничего не куплю в этот раз, но потом мы нашли вот это платье H&M, которое напоминает мне греческую тунику. Очень элегантный стиль. Я примерила эту вещь и поняла, что она моя. Несмотря на то, что очень бледного цвета, из-за чего меня часто критикуют и советуют носить что-то более яркое. Но я понимаю, что это платье, оно мое и это мой стиль. Теперь самое важное – правильно подобрать аксессуары. Взвешиваем и видим, что стоит оно 44 гривны. Ребята, спасибо, что вы сегодня оставались со мной. Поздравляю всех вас с тем, не только с тем, что сегодня день Святого Валентина, а с тем, что наконец-то приближается весна. Осталось всего 2 недели зимы. Любите, будьте любимыми и подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся покупки в секонде, потому что мне там действительно нравится покупать и снимать об этом видео. Всем пока, всем хорошего настроения. Так, ну... Тош, ну что ты делаешь?